Всем доброго времени суток, и в сегодняшнем выпуске я покажу, как создать второй канал с одной учетной записью Google, и покажу, как его настроить. Это мой основной канал, на его примере буду показывать процедуру создания и настройки второго канала, с включением всех функций и монетизацией. Первым делом жмем в правом верхнем углу на значок канала и переходим в настройки YouTube. Далее ниже в дополнительных возможностях кликаем по «Создать канал». Придумываем имя, оно же будет названием новой страницы в Google+, и жмем «Создать». Вот канал и создан. Теперь нужно его настроить. Сделать шапку, значок, описание, плейлисты. Могу подготовить видео с правильной настройкой канала, если этот выпуск наберет 20 лайков. Теперь переходим в творческую студию, в раздел «Канал» и включим прямую трансляцию. Тем самым подтверждаем свои намерения и получаем статус «Подтвержденный». Номер телефона и код с SMS. Переходим снова на канал, жмем «Дополнительно», выбираем страну и вводим ключевые слова для канала. На несколько слов, которые описывают предназначенность канала, и сохраняемся. Теперь заходим в свою учетную запись в Google AdSense, мои объявления, URL каналы, жмем на новый URL канал, вставляем ссылку на созданный канал и добавить URL канал. Возвращаемся на YouTube, на вкладку «Канал» и жмем «Включить» в окошке «Монетизация». Делаем первый шаг, выставляем все галочки и принимаем. Тут нас перекидывает опять в Google AdSense, и так как цель с одной учетной записью создать дополнительный канал, жмем «Да», выбираем страну и кликаем по «Принять связь». На этом вся процедура создания и включения необходимых функций закончена. А кому данный выпуск помог, ставим лайк и подписываемся. А я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.